преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне активисты волонтерского центра «Единой России», депутаты Одинцовского городского округа проверяют готовность к празднику воинских мемориалов, расположенных на территории муниципалитета. Так, депутаты от «Единой России» Ирина Гробарчук, Павел Чемурлиев и Владимир Жандаров осмотрели памятники в Одинцове и Никольском. Рейд прошел в рамках реализации партийного проекта «Историческая память» и акции «Помним».